Yeah. Oi. Так, сейчас подрубим русский язык, здесь наверняка должен быть. Fly. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Распаковка при загрузке, что? Не знаю, потише надо, наверное, сделать немного. Давайте на 80. Здравствуйте, мне 4 годика. Всех люблю. Блоги. Если что, сделаем потише. Так, аудио, видео. Эксклюзивный полноэкранный режим. Блять, это вообще как? Это вообще как? Что значит эксклюзивный полноэкранный режим? Спасибо, Breaking Good, за 48 месяцев. Кетриас. Thank you very much for gift subs for playbase on my stream. Большое спасибо, KDS. Премного тебе благодарен. Благодарочка. Это нечто Кроненберга. Не знаю. Ну чё, ребята, сейчас давайте алерты пройдут. И вообще я люблю такой... Я люблю такой пиксель-арт. Очень клёво выглядит, да, чат? Всем плебеям и самым приятного просмотра. Спасибо, доктор FullSD, за 22 месяца. Пам-пам-пам-пам-пам. Просто 22 плоли. Это рогалик, да? Нет, это не рогалик. Спасибо, солнце на рассвете, за 8 месяцев. Какой, блядь, рогалик за 4 часа, чувак? Ну ёп... Evil Scorpion. Поехали. Новая игра. Это антихоррор, где мы являемся тварью из лаборатории, которая будет убивать людей и пытаться спастись. Хорошо, мы выбрались из лаборатории, ребята. Пока это весь сюжет. Все боятся нас. В Минске соцсети не работают, работает только Twitch. Они просто Twitch, наверное, забыли заблокировать, блядь, лол. Потому что Старпёр, блядь, о нём, наверное, не знает. Если б я делала ставки, я бы ставила на то, получишь ты корону или нет, Флоппи. Так, при помощи РС и удержания РТ, чтобы схватить предмет. Используй РС, чтобы взаимодействовать с ним. Нормально, чат. Нормально. Так, я что-то активировал на ЛТ. Мы тебя пугать их можем или что? Там кто-то... А почему мы его не едим? Блять, она утонула просто. Но я могу ее взять. А, мы должны ее взять, чтобы съесть. Блять, это отстой. Блять, это неудобно, кстати говоря, пиздец. Мышка играть 10 тысяч раз удобнее тогда. Полная хуйня на геймпаде. Окей. Да, во. Ну-ка. Да, мышкой прям вообще. Только потише сделаем. Громкость эффектов и музыки на 60. Применить, да.
На клавиатуру, кстати говоря, не ходишь здесь. Лишь на мышку. Как может быть страшная игра, где главный ебак являешь ты сам? Чат, вы чё? Потому что нет, она, не знаю, она не страшная, она просто имеет интересную концепцию, если хотите. Лишь жалко, карты нет. Ням-ням. Мы, кстати говоря, растем. Правда, управление на самом деле несколько неудобное. Вот что я могу отметить сразу. Серьезно. Бля, просто прям... Пиздец, блядь, реально прям как вот в фильмах ужасов. А куда монстр будет складывать карту? Мы, кстати, растем. Смотрите, какие мы здоровые стали. Складывать карту? Не знаю. Чатик, код красный. Экстремер выбрался из комнаты. Закрывайте двери и окна. Спасайтесь, кто может. Смотрите, он... Бля, кстати, когда жирный, реально тяжело передвигаться. Блять, но управление неудобное. Прям вот прям пиздец, могу сразу сказать. Пожирай людей, чтобы восполнить биомассу и расти. Ну да, вот мы это и делаем. Протиснуться на пробел. Как сам только пришел, да, потихонечку. Ага. Может, можно изменить управление? Нет, оно... Техника управления сделана дерьмово, блядь, просто по-уебански. Ты хватаешь на правую кнопку чувака, он разделяется на две части, ты должен опять схватить часть его и съесть, и... В общем, не знаю, трудно объяснить, это просто не очень удобно, вот и все. Просто не очень удобно. Ого, нифига себе, мы отпечаток использовали. А это что? Распределить биомассу и сохраниться. Мы стали меньше. Протиснуться? А в чем прикол-то? Какие мы куда-то попали? Новые земли пустоши. Взломов 100%, потеряна биомасса 50%. Статус взломано. Я что-то не понимаю, куда нам идти-то? Может, надо вернуться и пройти, в ту хрень пройти? Давайте сюда. Здесь мы не можем пройти, кстати. Тут что-то написано. Воспрещается. Хорошо, пойдем сюда. Длинная игра. Не, на несколько часов буквально. Бля, фу нахуй. Так. Походу, мы сейчас пройдем под землей. В естественной пещере. Вау, а это что? Ну-ка. Я не могу это открыть. Там как будто какая-то способность. Ну-ка. Так, мы открыли вниз. Еще непонятно, куда идти. Давайте наверх пройдем сначала. А, здесь мы заперты. Ясно. Так, можно пройти налево. Уа, бля, куда идти? Ебать, насколько все странно.
Так, ну это ничего не дало. Окей. Вот это еще немного раздражает. Ты типа, блядь, не знаешь... Ты не знаешь, куда, чего и нахуя. Блять, еще новый биом, но не... Я немного не люблю такую херню, конечно. Опа! Ствол! Смотри, все-все, пошло. Там вооруженные люди теперь. А вот мы прошли... Короче... Да, мы же здесь были. Только с другой стороны, да? Ебать. Она даже не выстрелила. Так, окей. Мы открыли проход. Опа, опять вооруженный. Сюжета вообще никакого нет, не знаю. Хреново, что он их сразу не жрет, а разделяет на две части. Это прям напрягает. Ты можешь брать предметы. Чувак, держи меня в курсе, блядь. Сидим. Сеткой на две части. Так, вниз, блять, куда идти просто? Чего нахуй? Не знаю, давайте пойдем сюда. Ах ты! А вон наше ХП, да? Так, а регеним мы их как, от еды? Пока, кстати, незаметно. А, ну да, от еды регеним их. А, мы еще не открыли, нам надо открыть еще один. Хорошо. Арахнофтис. Паутина помогает заманивать людей в ловушку или взаимодействовать с предметами. Во! О! Смотри! Мутация! Здесь не проникнуть. Мутация! А, стоп, погоди. Во, Серега умный, видал? Мутация, мутация. Идем дальше. Ага. Так, сюда. Ебать, какой умный монстр, а? Ну-ка, я могу его убить через эту? Разорвал просто. Как же они ссутся, а?
Но пока изи. Ой, как? Как прострелил? А, и он забил на меня, да? Замечательно. Мур-мур-мур-мур. Спасибо, Ванюх, за 50 лицов. Я после этой игры проверю, не хочет ли содержимое моего холодильника сбежать под пыль. Привет, Серег. Привет. Какие дела? Что? Да, дела нормально, Ванюк, да. Чёрнолисцы, обязательно проверь, да. А то вдруг, не знаю, вчерашние оладушки уже вовсе не оладушки. Так, наверх, да? Ага, мы здесь не про... А, ну, да, понятно. Мне кажется, мы идем правильно все. Здесь, я так понимаю, особо не запутаться. Ага, проходик наверх. А, и, блядь, и вниз. Еще бы вспомнить, где это все было. Там, кстати говоря, как раз последняя штуковина, которую надо активировать. Используй левый шаг, чтобы открыть расщелины между... с помощью эхолокации. Расщелины? Ну, интересно, как нам это покажут. А! Понятно. Все, под расщелинами имеется в виду вот эта хрень, трещина. Все, открыли. А, ну и мы двигаемся к следующему биому. Хотя я могу здесь пройти еще вот сюда. Свалка токсичных отходов. Так, она наверху еще. Но мы здесь пройти не можем. Понятно. Мы, наверное, потом сможем разрушать всякие... Всякие опоры деревянные. Блять, как нам дойти? Вроде здесь наверх, да? Спасибо большое, некромант. Спасибо большое, бро. Машины тоже выходят из строя, ачивка. Свалка опасных... Понятно. Вот мы и пришли. Так, протиснуться сюда можно, но... Вот эту штуку мы пока ломать не можем. Что-что-что можно было сделать? Протиснуться? Сюда? Так, здесь ничего. Сюда не пройти. А, здесь везде тупик, окей. Пока не ушел, решил закинуть рофл чат. Вам эта игра не напоминает симулятор говна? Бля, ебать, рофл охуенный. Использую АД для передвижения. А вот и сюжет, ребят, какой-то. Так, я играю за хуманоидов. Нахрена? Я серьезно? Немного доисторического мха. То же самое. Короче, они осматривают, дают свои комментарии.
Установить взрывчатые вещества. Неизвестная разновидность трубочника. Блять, что? Куча костей и высохшей плоти. Понятно. Блять, очень странно. Дереликт. Я даже не понял, когда я прошел, и что я правда туда прошел. Новые земли, пустошь. Говноперевод? Я думаю, что нет. Ну, а что говно-то перевод? Он там действительно взрывчатку ж поставил. Нормальный перевод, видимо. Просто игра имеет своеобразную подачу. Типа мы смотрим со стороны монстра и со стороны... Ну, ты сам понял. Так, идем вниз. Спасибо большое. Ой, Адольфушка, ну, как всегда. Как всегда, бро, чатик, сердечки в чат. Большое спасибо тебе, 68. Большое тебе спасибо. Благодарю тебя за очередные подарочные подписки для плебсов. Большое спасибо, Адольфушка. Так, нам наверх. А вы здесь были? Нет. Направо? А, да, мы здесь были. Ничего сделать не могу. Да, здесь мы не проходим, блядь. Блядь. А, во! Точно. Не заметил. Мимо прошел чат. Я не заблудился, нет. Вы, кстати говоря, тоже не заметили, ничего не сказали. Да-да, теперь вы пишете. Точно, да-да. Урановые шахты. Легко говорить, да, что когда я уже все сам сделал. Что типа ты знал там. Пацан, будьте аккуратны. Сегодня вы в толкане подрочите, а через 5 лет такая хуйта в канализации плавает, а ведь это ваши дети. Фу, блядь. Бля, они жесткие, они нормальные, нормальные. Мы сейчас подрегенимся. Да ёкарный бабай! Блять, Адольфушка, что с тобой не так, бро? У тебя, может быть, у тебя какой-то спор или... Может быть, ты заключил сделку с сатаной? Где условием было дарить здесь, на этом канале, постоянно по 5 подарочных сабок? Чё не так, бро? Спасибо большое тебе за твою щедрость, спасибо большое за поддержку, за неравнодушие. Надеюсь, что ребят, которые получат сапки, они... Кто-то из них продлит, втянется, так сказать. Спасибо большое. Благодар! Чатик продолжит. Спасибо еще раз. Благодарю. Благодарность! Ой, пошли в жопу чат. Так, сюда не пройти, здесь тоже. Пойдем вниз. Шиф, чтобы обнаружить расщелины. А?
Мне нравится, как он... мне нравится, как он активирует эти расщелины. Ну, то есть полностью так оплетая их своей сущностью, своей биомассой. Ему, то есть ему нормально. Ничего подозрительного, да? Ну, конечно, постой, постой. Все нормально, бро. А теперь подозрительно. Согласен, братан. Согласен, да. Клетка, которую управляет какая-то хрень, это не подозрительно. А вот отдельная эта часть, это да. Это очень даже сверхъестественно, я бы сказал. Фу, бля, просто какой ужас, а? Вот опять какой-то знак вот этой рыбки или что это? Который я не могу пройти. Ням-ням. Что, наверх давайте? Опа! Опаньки! Новые противнички. Ого! У них еще... Я не смог. Их нельзя сходить щупальцем, потому что у них... Ну, они тупые, понимаете? Они тупые, поэтому... А еще мы их едим дольше. А еще мы их съесть не можем, они... Я серьезно? Я не понимаю, почему их съесть не можем, алло? Они не жуются. Да, это просто костюм остается. Короче, окей, они несъедобны, ребят. Новая мутация. Гефария. Позволяет ломать вентиляционные решетки и деревянные стены, разрубает врагов. Опа! Это вот то, что... А как поменять ее? А, блин, подождите, это... А я могу между ними переключаться? Запись вчерашнего удалил, потому что это аниме. Аниме-записи всегда удаляются, они доступны в других местах. Восклицательный знак, аукцион, чувак. Пока не могу, да? Понятно. Так, это мы пробить не можем. Ну-ка, это. Ясно, тут ничего нет. Пойдем обратно. А, нет, все правильно было. А, без аниме? Предатель анимешников. Бля, Адольфушка.
Зачем? Ну ты же и так сапки даришь. Зачем? Чувак, ну... Куда еще-то? Спасибо тебе огромное, бро. Я не знаю, что сказать. Это очень много. Ты в этом месяце... Бля, чувак, ты больной. Ребята, он 90 сапок подарил за 9 дней. Блядь. Просто, чувак, я не знаю. Я надеюсь, ты там, не знаю, богач какой-то. Ты какой-то там... Не знаю. Адольфушка, а может быть ты этот, Альфонс? Типа с богатыми женщинами занимаешься игрой в карты на раздевание? Че пиздец. Большое тебе спасибо. Сын Путина. Да. Что это такое? Может, у тебя мама депутат? Или что-нибудь типа этого? Так, сохранили. Карту у матери спиздил. Да, я точно потом не верну. Да мать у него богатая. Так это на самом деле круто, если это так. Серьезно, когда у вас богатые родители, ребят, это просто охренительно. Можно много чего говорить, типа, я добьюсь все своими силами. Но знаете, что я могу сказать, когда вот мне 31, а у меня родители бедные были всегда. Знаете, что я могу сказать? Когда у вас богатые родители, это просто... Понимаете? Спасибо, Адольфушка. Еще раз. Просто главное контролировать себя и не быть... ну, понимаете. Извращенным этими... деньгами. И легкодоступностью средств, которые достаются без уважения. Ну и чё? Понятно. Но они знают, они знают. Анлайки, братан. А, у нас, кстати, ХП стало больше. Ну, то ж мы стали больше, да, наверное? А я могу двери выломать? Могу. Могу. Потрясающе. Конечно, искусственному интеллекту здесь немного не хватает мозгов. Все, этого парня мы просто сгрызли, и на этом конец. Ого, их тут сколько? Какая жесть, чат. Ебать, я жирный стал. О, знакомое место, кстати. Может, теперь вниз? Вот проблема в том, что ты банально не понимаешь, куда тебе идти. Но это вот, которое рядом отфигаривает. То есть он не показывает новые. Вот это немного напрягает в игре. Это новая игра? Ну да, да. Вот можно идти бесконечно куда-то. Здесь нет никакой сложности. Ну, имеется в виду... Ну, вот я куда пришел, да. Здесь я еще не был. Так, может, есть проход налево, есть дверь, в которую можно протиснуться. Так. Полихерия позволяет отрастить второе хватательное щупальце. Типа... И чё? Ну, лично для меня что-то никаких изменений. Ладно.
Спасибо большое, дроп гоп. А, ну я и вернулся назад. Карты не хватает, конечно, да. Просто нереально не хватает карты. Любой вообще, вот прям любой. А, вот еще где мы не были. Вот чисто случайно нахожу места эти. А, блять. Мы пришли туда, где мы на самом деле были уже. Так, что нам здесь показывает? Область содержания не найдена. А, вот здесь как бы показывает, сколько мы зачистили урановые шахты. То есть здесь мы область содержания только не были. То есть в данный момент только область содержания здесь осталась неразведана. Хорошо, но окей, это уже попроще. То есть нам показывают прогресс. Где бы найти область содержания? Да. А, у тебя день рождения! И вот здесь не до конца мы исследовали, видите? Так. Спасибо большое, Адольфушка. Чат, вы заебали, я не сын Путина, у меня нет богатой или хотя бы семьи. Я просто хочу поддержать Сережку. Ну, мне не надо поддерживать прям, если у тебя, допустим, если ты не человек, у которого достаточно денег, мне не нужно так сильно поддерживать. У меня все в порядке, бро. Большое тебе спасибо. Ну, это очень много. Если у тебя нет, ну ты понял меня. Так что, короче, сам думай, но если что-то, мне прям... Да, спасибо огромное тебе. Даганронпа, да? Сейчас. Как она, как мы ее называем? Да... Дага... Дага... Да... Блядь, что я делал? Дага... Как она называется? Блин, она там ублюдска называется, да? Данга... Вот она. А сколько в ней серий, ребят? Сколько в ней серий? Шесть-десять? Ну, первый сезон. А, Адольфушка, мы на все 10 000 ставим его? У тебя шейк стрима не отображается? В смысле? А, ну это ебучий и обоссанный Donation Alerts, который меня уже заебал, честно говоря. Прям пипец как. Да. Ой. Все. Адольфушка, напиши, пожалуйста. 13 серий там? 13 серий? Да, этого хватит, чтобы досмотреть сезон. Мы что, вписываем вот так вот тогда? Вот так ты хочешь или как, Адольфушка? Ты просто, видимо, не выкупал аниме сначала. Я не знаю, как ты хочешь. Вот так вот? Вот это конец сезона. Тогда досматриваем. Понял. Ну вот, короче, получается. Спасибо большое, бро. Большое спасибо. Так, го вниз. Большое спасибо также Лолипопка за подарочную сапку. Ох, ребята. Да, ну и с днем рождения, Адольфушка. Всего наилучшего, а то сбили меня. Не хворать, не болеть, приумножение денег, реализацию всех желаний, ну, законных, безусловно. А то, мало ли что у тебя там, может, ты серийный, блядь, маньяк. И, ну и в целом, наслаждаться жизнью, чтобы было меньше печали и больше радостных моментов. Так что... Как-то так. Бля, ну это полная хуйня. Бля, меня прям триггерит в этой игре это дерьмо. Ставь плюс, кого это тоже бесит.
в этой хуйне с бесконечными туннелями нет никакой ориентации в пространстве, тебе вообще не дают никакого намека, блядь. Ты где-то там, бля, увидел какую-нибудь стенку, и все, бля, и вот ты, вот, и вот, вот, бля, где она была, чего она, как хотя бы дали возможность отмечать, что ли, какими-нибудь маяками ебаными. Нахуя такой геймдизайн в 2020 году? Я не понимаю. Нахуй такое душнилово? Разработчики, в чем ваша проблема? Вы делаете игру. Вы думаете, что от этого атмосфернее становится? Да нихуя она не становится, блять, атмосфернее от этого. Она не становится атмосфернее. Она становится душнее от этого. И игрок не получает, ну ёб твою мать, никакого удовольствия от того, что он нахуй лазит по этому говну. Бля, я опять пришел в эту хуйню. О, пиздец, а что мне делать? Хорошо, здесь закрыто. Понятно. Я заблудился и дропнул игру, но вот о чем идет и речь. Нахуя такое делать в игре? Ну вот просто зачем? То есть что разработчики хотели этим сказать? Что они? Что? Зачем? Для кого это? Типа, чтобы ты вжился в глиста, который пытается выбраться из... Я даже не знаю чего, честно говоря. Лаборатории или что? Чтобы увеличить время привождения в игре, да нахуй оно нужно, ёб твою мать. Ну вот, блядь. А, я ору, бля! Сука, я ору. Сука, как я ору, не могу, просто пиздец. Давай напьемся. Спасибо, папая. Приветствую смотрящих. В общем, зайка моя, я не знаю, как тебе отблагодарить тебя или нет, но из-за тебя я подсел на Fall Guys. Все нервы себе вымотал, но мне нравится. Игру с 50 сыграл, но еще ни разу корону не выбил. Потому что я даже столько игр не сыграл. Наслаждайся, как говорится. Жизнь глиста сложна, непредсказуема. Так уже он по вашей жопе, ребята, ползает. Вот так же глист ползает по вашей жопе. Представляете, как ему непросто? Вы думаете, что он там вам вредит, а он такой: выпустите меня кто-нибудь отсюда, блядь. Свалка отходов какая-то. По всякой хуйне непонятной там. Всякие дилдаки находят у вас в заднице. Еще вы чего там вставляли себе. Выбил корону за 2 часа. На самом деле, выбивание короны в игре Fall Guys не более чем... не наличие мастерства, а не более чем нюанс удачи. Потому что ты доходишь до последнего этапа, и там очень многое зависит просто от банального рандома. Вот тебя на чуть-чуть что-то затормозит, вот буквально там упало сверху именно на тебя, а на противника нет. И все. И вот, вот просто рандом. Бля, ребят, я хожу кругами. Просто рандом. Поэтому просто надо играть до хрена. Вот мы вернулись обратно. Сейчас, погодите, ну-ка, что тут? Здесь, конечно, прохода нет. Хорошо. Сюда. Мы были тут.
Спасибо большое, Барри, за 100 рублей. Здорово. Ой, наконец-то! Просто... Неужели, ребята, мы продвинулись куда-то? А почему не едим? Неужели мы продвинулись куда-то дальше? Так, там рычаг вообще-то можно дернуть. Здесь можно протиснуться. Сейчас, погоди. А, мы не можем здесь дернуть. Подожди, там что-то было, мне показалось, или... Сейчас, ну-ка. Да, здесь мы... Нам нужна эта хваталка. А, разместить биомассу? Чё, блядь? А я могу забрать ее обратно? А, окей, я ее забрал, хорошо. Все это все, мы только ради этого сюда пришли. Ладно. Все, мы потеряли способность, да. Теперь забираем ее. Держи меня в курсе, Димал, Дималол, нахуй ты мне это пишешь? Так, продырявили. Хорошо. Как-то протиснуться язычком-то можно. Сейчас собьем их. Нашел сайт с картой, нужен. А теперь подумай еще раз своей головой и... ну... И ответь себе на вопрос. Нормально. Это было зря. Минус биомасса. Как я грубо открыл дверь.
Позволяет определить местоположение потенциальной еды. Эхолокация. Хорошо. Но нам надо пойти, в общем-то, отсюда обратно, чтобы набраться биомассой. Все. Здесь можно было бы ее отложить, но нам это уже не надо. Здесь мы были, да? Или надо? Хорошо. Ну, вроде бы да, здесь все. Хорошо. Новые земли топь. Чё, ребята, какие минусы у игры видите? Отсутствие повествования сюжетного, да, нормального. Отсутствие нормальной карты. Или хоть каких-то пометок. Видали, я взломал как, а? И зачем это включил обратно? Да, тупой ИИ. Ужасно тупой ИИ. А-а-а. Вот как она работает, все. Хорошо. И заперто. Ой! Ой-ой-ой! Мазафака! Все? То есть я ее уничтожил, и они сочли это сигналом того, что надо раскрыть все... Понятно. Хорошо. Почему нет? У них погиб какой-то боевой дрон, который охранял эту область. Они такие: о! Кто-то разрушил наш боевой дрон! Давайте откроем все проходы. Мне кажется, там безопасно. Так, протиснуться в двери. Сейчас глянем только, что тут. Куча дырок, там выход. Ну, давай протиснемся. Отсутствие каких-либо побочных активностей. Отсутствие боссов. Но босс, может, будет. Спасибо, Вериша. Мы за 50 битцов. А, опять. Окей, опять за людей. Так, скелет какой-то. Причина смерти — тяжелая черепно-мозговая травма. Типа монстр смотрит за людьми или что? Просто мы как будто бы...
Видение какое-то видим, блин. Не поддается, хорошо. Блять, там можно было бы кое-что прочитать, по-моему. Теперь он один. О! А команда где? Останки гигантского существа неизвестного происхождения, затвердевшие. Какашку вашу нашли сейчас. Ну, наконец-то. Так, сейчас вот здесь осмотрим. А, вставим. Нифига он силач. Идеальный организм, ачивка. Блин, им вообще посрать, они реально ходят по... Я просто не представляю себе, я был этим исследователем, который такой... Допустим, даже я подготовленный чувак, который там, не знаю, пришел в какую-то фигню, видит там впервые какие-то биомассы, какие-то коконы, какую-то другую фигню. Он вообще ходит по ней. Я бы, блин, еще 10 раз подумал, во-первых, наступать ли в эту жидкость. Может, она какая-то сверхядовитая, может быть, она... Да, блин, вообще непонятно чего. Не, ему вообще, ему этому парню абсолютно все равно на это. Он нормально приходит такой. Ну и что, до свадьбы заживет. Все нормально. Ну подумаешь, нога там, не знаю, разъест ногу к чертовой матери. Ну, нормально. Все в порядке. Мням-ням. Так, что, давайте сюда. Он даже не слышит! Я сзади жру его друга, они с ним нарды играли вчера. Он даже не слышит об этом! Просто прям сзади него! Это, конечно... Ноль реакции. Ну, вот это что? Ну-ка. Ну ладно, этот просто нас увидел. Она, вернее, ну... Хорошо. Ботанический сад. Станция метро такая есть в Москве, кто не знает. Пим! Закрыла. Че, открыли? Проход назад, окей. Проход? Проход назад открыт. Хорошо. Интересно, правильно ли мы это сделали? Как будто бы так и должно быть. Сейчас еще раз разрядим его, погодите, и пойдем.
Видимо, на самом деле все равно. А! А, ну да, это мы грейднулись. Ой! Все, до свидания. Ты что, распространяешь багровый биом? Так и покушаем. Мне нравится, как они мгновенно приходят в спокойствие. Живем. Так. Чё они по два чела посылают, а не целый эскадрон смерти? Я не знаю, может быть, это лаборатория, где они скрывают. Не хотят лишь... Хотя у них же должен быть, да, в любом случае. Не знаю. Ну, это как классический, понимаешь, как в хоррорах бывает. Вы оцениваете, ребята, как я ласково открываю? Ой-ой-ой, ты по... Вот это спасибо, что подогрел. Вот это тебе благодарочка. Вот это тебе благодарочка. Чисто блин, разогрел мне его. А добрый день. Открыл так... Наверх. Ой-ой-ой-ой-ой! Не-не-не-не! Видали? Я друг об друга их. Профессии. Какая работа? Профессии, чат. Профессии. Не-не, это работа какая? Или, чат, если вы шутите? Да какая анально? В чем проблема, ребята? Профессиональная работа. Профессиональная. Неужели надо такие вещи простые объяснять? Хорошо. Понятно. Ой! Ой! Дверь! Самый злейший противник! Чёртова дверь! Чёртова дверь, а! Да это уж я поспешил, ребята.
закрыто. Тут, конечно, можно пройти. Там мы открыли теперь. Здесь, наверное, надо оставить. Хотя это не точно. Нет, это точно. Вот таким образом. Так, это вернуться обратно. Так, здесь мы не сможем пройти. Хорошо. Фотокинезис. Искажает свет, делая монстр невидимым. Расходует энергию. Опа, новая обилочка. Обилочка. Так. Я типа могу через лазеры проходить, наверное. Да. Так и есть. Так и есть, писечка. Так и есть. Так, ну мы здесь в тупике вообще-то. Лол, лаванда. А что мне делать-то? Я не могу пробить. Я не могу пройти. И я не могу поесть. Лол. А, ну там вообще оставить надо просто. Да, в принципе, тогда все нормально. Так. Так, ну это нас просто сюда выбьет. А как я... Блин, Лола, как я здесь-то должен оказаться? Может быть, наоборот? Надо все-таки... А, нет. Так. А, энергии нет. А, вот она зачем. Все, я понял. А, погоди! А, не, все правильно. Что рычаг? Что рычаг? А, он был за этой! Ну, лол, ну! Не, ну, лалка! Он за этой был, алло! А, да ладно, погоди, я не могу использовать инвиз, когда я большой еще. Хорошо. Ой, дед, да не, ребят, ну он же был просто за ящиком, понимаете? Он же был просто за ящиком. Отлично. Сбрасываем. Заряжаемся. О, здесь неприятные ребята, вообще-то. Что творится? Паутинка, да, сейчас. Нормально, все.
Бля, мы говорим, мы горим очень долго. Мы вообще без воды не можем потухнуть, я понял. Я думал, он горит просто какое-то количество времени, а он горит всегда. Все, хорошо. В чем проблема? Ты типа увидел меня, да? Хорошо, давай я уйду. Входи! Да нормально все! Нет, слушай, что с ней не то? Отлично, видал, заманил, чисто... А этот не заходит сыться. Это слышишь, там что-то происходит такое? Я лучше не пойду туда. Блин, слушай, офигенно. У этого прям реакция, он прям бог, понимаете? Спасибо. Обманочка. Ку-ти-ку-ти-ку-ти-ку-ти-ку. Это легально вообще было сейчас? Да хватит. Он жив! Мне кажется, у меня проблемы небольшие, чё. Надо, чтобы этот сейчас сюда зашел, мы его здесь съедим. Тебе показалось. Все отлично. Фух! Да просто был ветер, да? Так, давай сразу сюда зайдем. Ями-ями. А, мы тут и были вообще. Стоп, обратно как вернуться? А уже никак. Блин. Надо было сбросить все-таки там. А, не, мы же там были все. Так, пойдем обратно. Обратно в чат. Такс. Или я сделал все правильно, подожди. А, ну да. Аспирин, ты перед тем, как дать совет с мыслью о том, что ты самый умный, ты подумай еще раз башкой. А вось это не так. Разное бывает. Советчики, понимаете. Так, здесь нас сбросим. Так, ну-ка. Ага, вот. А это? Хорошо.
что-то есть в этих деревьях. Так, мы теперь здесь. Отлично. Так, это мы с вами оставили. Я вот не знаю, оставлять это сейчас или забрать с собой. А, здесь не пройти. Лево заблокировано. Окей, пойдем сюда. У нас выбора-то больше не... А, во, мы здесь не были, походу. Новые чуваки, кстати. Видите? Ну, вроде как новые. А, это мы здесь были, так. Так, направо есть проход. Вверх. Ага. О чем шумят деревья, да? Точно. База риф Левиафана. Левиафан, красивое слово вообще, да? Вот так здесь задуматься, фонетически. Левиафан. Хотя уже достаточно замыленное. Но красивое. Мне нравится полный пофигизм вот этого молодого человека. О! Абсолютный. Сергей тоже красиво звучит, соглашусь, молодой человек. Так, внизу открыли проход, окей. Пойдем тогда туда. Так, здесь мы все еще открыть не можем. Вооружена и опасна. Ху! Я не заметил. Я докушаю. Или так. Открывай. В чем цель игры? Победить и выбраться. Да честно, дверью разрубил просто. Так, теперь надо оставить массу где-то. Чисто дверью разрубил напополам. Так, вернулись обратно. Здесь оставляем массу. И идем обратно сюда. Иди. Ой! Он сейчас успокоится. Хорошо. Так, два с автоматами, да? А вот отлично, есть электричество. Сразу минус 2. Красиво, да, было? Вот эту штуку я еще не могу ничего с ней сделать.
Видимо, нужна новая обилка. Открыть. Там ничего. Здесь кста тоже. Спасибо. Прошли. О, отлично. Мне нравится ломать дверь, а потом людей. Осуждаю тебя, если... Только если в игре. Только если в игре. Так. Вкусняшка. Видали? Но чем не тактик? Ну чем не тактик, а? Ну посмотри, как я обманул. Дверкой, дверкой посюсёкал. Я обошёл. Они упрямые, как ваш брат Краснолюд. А! Только яйца меньше! Еще раз приветик. Привет. Гулять го. Опа. Если да, приезжай в Бутово на станцию метро Бульвар Дмитрия Донского. Окей. Хорошо, вы слышали Папаю? Видимо, это было отрезовано всем. Если эта штука сбежит, начнет жрать города, то, казалось, до сих пор по два человека посылать будут. Ну, будем надеяться, что нет. Да паш! Новый айфон, ребята. Только что был. Они же не посылают по два человека. У них так просто... Просто вышло. Блин, нельзя не доедать. Это неуважение к шеф-повару. На тарелочке попадался. Открой! Заперся. Давай уже отворачивайся, здесь не на что смотреть. Ты... О! Мы сейчас, наверное, просачиваться, может, научимся. А, гидрофилия. Превращение в клубок червей позволяет протиснуться в узкое пространство. Вау, блин, на самом деле это так противно выглядит, просто пипец. А можно кидаться человек? Да, можно. Черт подери, чат, это выглядит отвратительно. Вы со мной не согласны? Вы не согласны, что это выглядит? Блин, как фарш. Последний. А как превратиться в клубок? А, ну мы, видимо, сейчас не можем больше. Ладно. В свое время в фильме «Робокоп», который самый старый, помните, там был цыпленок, робот-цыпленок. Вот этот. Я не знаю почему. Но мне было не по себе. В принципе, сейчас ничего не изменилось. Блин, ты что, дурачок, а? Я тебя спрашиваю. Блин, прикольно. Спасибо большое, солдат. Как крыса-то и я могу. А ты выходи со мной раз на раз. Ну, конечно.
А, он превращается в фарш только вот здесь. Понятно. Отлично. На дне. Да, так и сделано, прикольно, лысик. Сразу открываем. А, это опять та же локация. Да, но мы теперь вот здесь можем пройти. А это обратно, по-моему, возвратили. Ну да. Вкуснятина. Я прям чувствую голод, когда вижу малое количество хп. Прям чувствуешь, надо покушать. Все, я у себя без шуток говорю. А он убежал? Он убежал на другую локацию? Здесь был чувак справа. Они, кстати говоря, это обычные человечки. Которые вот эти в костюмах. О, о-о-о, смотри, что есть. Ты видал? Это надо... Короче, это надо не уничтожить, это надо пройти. Нет, жопку отстрелили! Так, ладно. Не контрится. Научный центр. Так, здесь наверняка надо скинуть. Так, а что тут-то? А вот, кстати, для этого скидывать не надо. А! И да, и нет одновременно. Хорошо. Надо пойти и вернуть. Чтобы эту фигню разрушить. Че? Идем так. Так. Не, ну а стример определенно не тупой. Мне кажется, мы как даже будем по правой стороне пройти, но сейчас я не могу этого сделать. Не сейчас, не сейчас. А, не, все сейчас! Блин, что я туплю-то, погоди. Все, все, все правильно, все правильно. Да не дед, все нормально. Все нормально, все нормально. Че, давай идем сюда теперь. Вкусняшка. Ой, там неприятный парень. Я все съел, да? Ого! Слышь, ничего? Нормально она. А эти вообще заперты. Я так понимаю, мы когда откроем что-то, они все повылазят. Так, здесь не протиснуться.
А, только верхние открыли. Два верхних. Понял. Но вот здесь мы еще не можем, да. Можем разместить биомассу, но нам это не нужно. Мне кажется, нам здесь дадут обилку новую, которая позволит эти штуки выкручивать. Так. Они психуют там. А, это туалеты. Блин, ребят, простите, реально не знал. Я в туалет ворвался. Он реально какал. Блин, реально извиняюсь. Так, первый готов с четырех. Я что-то даже внимания-то не обратил сначала, что это сортир. Так, там чувак. Да, да, давай задницу свою протиснуть не могу уже. Блин, почему я его не стукнул? А там еще. Нормально. Этот прям пошел за другом. Вот он, решил помочь. Почти удалось. Медаль за храбрость. Минус один. Сюда нам зачем было? А здесь как бы все. Мы здесь не открыли, правильно? Нам надо налево-то пойти. А, вот. Все, нашел. Бля, ребят, опять пасты свои с памяти. Да, меня зовут Берег, мне 30 лет. Да-да-да. Что вы там пишете? Меня зовут Сергей Беляков, мне 30 лет. Мой дом находится... Знаешь, Москвы, где я положено... Я живу, блин, работаю... Я ложусь спать, когда закончится стрим. Люблю срать долго перед стримом. Веселюсь с чатом, но иногда ору на чат. Замечательная паста. В скобочках нет. Вы как обычный чат, ничего нового. Вы даже уже пасты не можете нормально придумать. Вы себя изжили. Так, тут открыли. Хорошо. Так, стоп, это же мы... А, нет, с другой стороны, да. Так-с. Пошли вниз. Так, нам надо здесь сбросить нас. Так, походу, стример дед и заблудился. Подожди. Здесь не активировать. Я слишком большой для этого. Здесь тоже. Оттуда мы пришли. Здесь я не могу. А, вот да. Можно вот так было сманипулировать. Точняк. Вот. С
сбрасываем тут. Теперь идем сюда. Теперь идем сюда. Теперь делаем так. Теперь делаем так. Теперь идем сюда. Теперь идем сюда. Теперь идем сюда. Теперь идем вот так. Смотрите, как умирает настоящий чародей, тупые соки! Спасибо, Дринк Пояс. Чат, вы... Да, чат это... Чат, он... А, дурачок! Не увидел лазерку. Надо аккуратно. Да как? Да то что ж такое-то? Вот это неприятная. Это неприятная ситуация. Схватил табуретку, а не его. А, у меня теперь нет энергии, лалка. То есть мне теперь надо вернуться за энергией будет. Ой, вот это вот, конечно, душненько. Вот это душненько. Нормально, сразу схватили как надо. Так, все, всех съели, да? А это что? Понятно. Так, можно вниз, можно сюда. Ага. Пока непонятно, правильно ли я сделал. Вроде бы неправильно. Ща, нам сначала надо другие действия сделать. Чат, вот с вами даже не поболтаешь, ну, вы спамите и спамите. Ну и чё? Тупый копипаст спама, качество чат... Так, два рычага. Что дадут? А этот? Один из. О-о-о! Здрасте. А другие тоже открылись или только один? Какая жесть! Я боюсь его больше, чем он меня. Так, чат, а чё, а мы налево ходили? Нет. Опять в сортире, да что ж такое-то? Осуждаю себя.
Так, здесь нужна сила. Кушаем. Так, отлично, мы стали больше, как надо. Оставьте меня, я сейчас сблюю. А здесь мы должны были быть меньше. Ну-ка. Спасибо большое, Дэнк Пойсон. Тук-тук-тук, в голове сундук. Смешно. Не понял. Так, надо убрать, наоборот. Да, иначе мы не выйдем отсюда. Так, оставим. Ты как младший брат. Глупый, вредный, но брат. Геральт. Сука, я еще раз плачу. Иди сюда. Так. Спасибо большое, Дрим Пойсон. Забежи из Вильну, отдай жертву Филину. Отвратительная просто комбинация стихов. А просто свалился. Просто случайно всех убил. Так, здесь заперто. Черная щупальца лезет в ночи. Не убежать. Кричи, не кричи. Спасибо, Дринк Костин, за 100 рублей. Ты опять на Ктулху мозги повертел. Отлично. Открыли здесь. Ну и этот сейчас откроется, да? Да. Классика. Сейчас мы его это. И неудобно на самом деле. Я оторвал ему дверь. И какой же он жесткий, а? Ну с этим что-то вообще изи справились. Какая же я опытная тварь. Ну-ка. Так, а тут что? Ага, закрыто. Понятно.
Новый апгрейд. Паразит позволяет перехватить контроль над другими организмами. Опа, тап. Не понял. А, нифига. Блин, я даже стрелять могу за него. Я подчиняюсь Сергею, hell yeah. Что это, бесконечные щупальца, честно говоря? Я могу сам себя застрелить? А! А, и я... Да ладно, я еще и телепортируюсь на его место. Экипажу требуется стюардесса. Они читернули? Спасибо, Леха. Привет, я Саня. Привет, Саня. Смешно. Смешно. Чат, а куда мне? О, да ладно, я мертвого могу поднимать. Ору. Так, чат, я заблудился, дубль 2. Или даже 3. Куда мне? А, вот выход же, пометка, точно. Так. Эту штуку вообще ничем не разрушить. А всем, всем, всем плевать. А, причем, кстати, здесь я не смог туда перейти за него. А, подожди, мы последний не активировали. Интересно, я смогу отсюда как-то ее активировать? Может, где-то здесь она? Нет, это проход. Так, это я не смогу никак. Получается, мы последний не активировали, да? Мы ее не нашли. Ой. Правый верхний угол, но это ближайшее, это... Как понять, какую мы именно... А, вот, наверное, мы где-то не активировали. Фиолетовую, наверное, такая. Фиолетовый цвет, это, наверное, то, что мы не активировали. А, вот же она, точно, все. Все фиолетовое это не активированное, красное это активированное. Ох уж эти совещания. Научный центр. Привет. Вот эту штуку будем скоро открывать. А, здесь вообще все заперто. Понятно.
У нас незваные гости. Кто? Два тролля. Один, наверное, она. Страшная, как говно из-под снега, но с сиськами. И как ужасно, когда нельзя доверять собственному рассудку. Пло-о. Я понял. Спасибо большое. Drink poison. Ну окей, отсюда мы пришли, и чего? Его и смысл. Где мы еще не были? А, вот здесь мы... А, нет, мы здесь были, но мы здесь не все зачистили. А, нет, все-таки надо просто войти в эту фигню, я понял. Так, энергии есть, это есть. Ага. Давай вниз. А, блин, нет, мы здесь были, погоди. Спамит. А где он? А где он спамит-то? Я понять не могу, не вижу. Ребята, вы очень агрессивные. Ну, вы как-то можете человеку ведь сказать о том, чтобы он не спамил, как-то более адекватно. Вы прям жестко агрессивные сразу. Не надо так. Чат, я не знаю. Но я не вижу, чтобы он спамил постоянно прям подряд. Я не понимаю, за что вы агритесь, блин. Говорили нормально. Начинается, короче говоря, опять кусок дерьма. Пойди туда, не знаю куда. Ни меток, ничего, опять же. Да. Вот реально непонятно, куда идти. Направо? А, ну я здесь был, да, направо. Хорошо, значит, наверх. Только зашел тоже за жижу, за которую играешь. Ну, типа монстр, который сбежал из лаборатории. Так, может быть, направо? Так, здесь мы не можем пройти. Может быть, наверх? А, ага, нашел. Нашел. Так что-то... Он ничего не может. В
поменял. Я не могу ничего за компом сделать. Он не, нет никаких действий. А, телепортироваться надо, точно все. Точно. Точно, чатик, точно. Риф Левиафана, мост. Так, дропнем здесь. Сразу нас. Пойдем направо. Ага. Хорошо. Наверх тогда. Хорошо. А, ну да, все правильно. Я просто не увидел, что она там закрывается, а тут открывается. Ого! Огнеметик тут есть. Наверняка есть ачивка, чтобы убить себя с помощью... Короче, чтобы убить самого себя. Наверняка есть ачивка. Давай проверим, не хочу. Ну давай, цепляй. Понятно. Идея с помощью этой штуки. А. Да. Опа! Акантос отращивает сотни твердых и острых шипов, расходует энергию. Удерживает. Ну-ка. Ну ладно, сейчас пока не будем. Хотя давайте протестируем. Но вот такая хрень. Только энергии не тратится на это. Видимо, может быть, когда мы будем убивать кого-то, она будет тратиться. Уже открыли? Проверим. А, да, когда мы убиваем, она тратится. Да не буду я проверять эту ачивку, чат. Гляньте где-нибудь эту ачивку. Есть она там или нет, я сделаю. Хотя вы сейчас мне наврете, скажете, да, есть! Супер редкая причем!